Первый карасик. Можно садок доставать. Сиська. Опа. Вот такой. Эх ты. Бежал карасямба. Ага, пошел. Убежал. Блин, кусты эти. Карасик. Самые ходовые. Но тесто я одеваю как-то неправильно. Не по фэншую. Как на Танага. Может, из-за этого оно там лохматится. Вот еще протяг, по-моему, называется, не знаю. Только на тарелке надо делать. А я так вот. Прям раз кусками. Такая вот фигня получается. И карасик стал клевать. Оно, наверное, там разлохмачивается. На глютене висит. Телепается, и это ему нравится сегодня. Поплавочек надо грузить. Сейчас пойду схожу, удочку достану. Погода поганенькая сегодня, с утра вообще солнышко так было хорошо. Я думаю, вечерком оторвусь. После обеда что-то затянуло все. Ну, карасик вроде поклевывает. Дожичек срывается. Ну, посмотрим, что выйдет с этой рыбалки. Карасик. Эх ты, убежал. Поклевочка. Потащил хорошо, а нету ничего.
дождик бы нафиг не надо. Ах ты. Убежал. А? Что ты в кусты? Теребил, теребил. Да, теребился. Так и продолжаю так насаживать. Еще карасик. Дождик что-то все усиливается. Как бы не пришлось ноги делать. Куртку-то мембранку одел, штаны-то что-то нет. Загрузил поплавочек, вроде сейчас пофуншую. О, что-то вообще какая-то мелочь. Yeah.
поставил крючки побольше, караси стали клевать поменьше. Мелко здесь. Мне там вроде посоветовали, что поплавочек надо поменьше, покороче, поводки покороче. Буду пробовать. Выписал там, не знаю, когда придут. В принципе, лето еще впереди. Осень. И удочку там еще себе выписал. 5-4 метра. 3,6 у меня есть, 4,5 есть. Эх ты, обманули. Вот здесь бы удочку на метр бы чуть-чуть, чтобы до той травки доставать. Вчера вечером сидел, карась там в траве балдеет, одно открытое место, боится выходить. А вот на границе, там бы само то. Все равно нет-нет, да поклевывает. И сюда. Тоже карасик нормальный. Эх ты. Вроде бы клевочка хорошая была. Оторвал второй крючок. За штаны, блин, зацепился. Пока с карасем валандался. Она сейчас перевязаться будет. Один крючок ловлю пока. Вот такие карасики. Тихо-тихо. Один крючок, один колобок. На удочку подальше. Подлиннее надо чуть-чуть, хотя бы на метр, чтобы до уреза травы докидывать. Угу. Караси-дельфины. Куда ты в кусты?
Карасик покрупней. Может, и ловить на один. Карасишки. Ну что, на этом рыбалку, наверное, будем заканчивать. Сейчас покажу, что у меня там нахерабунилось.